Дальмир, расскажите, пожалуйста, о вашем состоянии. Сборы только начались, как кондиции, как форма, как самочувствие? Да, déjà c'est un bon match qu'on a fait. Конечно, пока это еще немного трудно выдерживать все эти нагрузки, мы потихонечку втягиваемся, и этот матч был проведен на фоне нагрузок. Очень здорово, что мы выиграли, потому что всегда приятно начинать работу на сборах с победы, и я считаю, что это был хороший матч, хороший соперник. Вы в перерыве очень много общались с Каре, понятно, что на одном языке говорите. Что может, о чем, если не секрет, с ним общались, и вообще, что можете сказать о нем как о футболисте? Я чуть-чуть лучше ориентируюсь в команде, лучше понимаю и требования тренера, и то, как мы играем. И во время матча я просто старался больше подсказывать, как действительно человеку, с которым мы говорим на одном языке.